знаете ли вы, что в сентябре пройдут выборы в Московскую областную думу и Государственную думу? Да, конечно, знаю. А знаете ли вы, что такое предварительное голосование партии «Единая Россия»? Да. А планируете ли вы принять участие в предварительном голосовании? Да, конечно, обязательно. Уже осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. В этот раз жители сами могут решить, кто станет кандидатом и кого поддерживать во время избирательной кампании. Партия «Единая Россия» предоставляет такую возможность с помощью предварительного голосования. Об этом жителям рассказали ее члены, которые провели опрос граждан на улицах Щелково. А когда я могу узнать про дату голосования? Смотрите, предварительное голосование уже идет. Можно проголосовать онлайн на сайте до 30 мая включительно. Или же 30 мая лично придя на участок. Отлично, что ребята ходят и помогают в голосовании таких важных этапов для нашего городского округа. И уже сейчас можно понимать, кто будет на выборах в бюллетенях. Принять участие в предварительном голосовании очень просто. Это можно сделать онлайн, из дома, офиса или во время прогулки. Нужно зайти на сайт pger.ru, нажать кнопку «Хочу голосовать», после чего авторизоваться через портал госуслуги, выбрав регион и город проживания, и отдать голос выбранному кандидату. Адреса пунктов очного голосования можно также найти на сайте. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.